В конце концертного сезона в Большом зале филармонии имени Шостаковича состоялся концерт учеников специальной музыкальной школы города Новосибирска, класса профессора заслуженного деятеля искусства СССР Захара Брона. Мы покажем вам фрагменты этого концерта-отчета. Играет Илья Коновалов. Верочини, соната, первая и вторая часть. Партию фортепиано исполняет Татьяна Галушко. Thank you.
Невский, скерцо Тарантелло. Thank you.
Выступает Наталья Прищепенко. Винявский. Фантазия на темы оперы Гуно «Фауст».